Всем огромный привет и очень рада снова видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube, если вы не забыли, Ванила Мария, пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мы с вами поговорим, наконец-таки, снова поговорим о косметике, Миша. Это как раз та марка, о которой мне очень хотелось бы вам рассказать. И я очень давно вынашивала в себе план рассказы именно об этой марке. Я очень давно хотела ее протестировать, наконец-таки мне удалось. Я сразу скажу, что косметика была предоставлена на обзор. И честно, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджерам компании, что они дали мне такую возможность протестировать косметику Миши. Так как я скорее с косметикой практически, я не скажу, что я совсем не знакома, я обожаю гидрофильные масла различных марок, с той точки зрения, что вот сама концепция снятия макияжа мне очень нравится, корейская. Были многие маски их. Также я уже была знакома с маркой Миша, я пробовала их гидрогелевую маску. Но именно с уходом, так очень близко, я не была знакома, и, конечно, я безумно счастлива, что он мне попался в руки. И также хотелось бы вам немного, ну, такое небольшое вступительное слово сказать. Да, меня очень долго не было на моем канале, мне очень тяжело сейчас говорить, но мне безумно было приятно. Ну, с одной стороны, меня заедала совесть, но с другой стороны, это было очень приятно, что поступали комментарии в личку, поступали комментарии на канал, в комментариях под видео писали очень многие девчонки о том, что «Господи, где ты? Что с тобой? Когда будет новое видео?» И это, наверное, одна из тех причин, по которым я все-таки вернулась. Раньше я всегда возвращалась, потому что мне нравилось. Мне нравилось бложить. Сейчас я вернулась, потому что, как сказал Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили, и я понимаю, что есть аудитория практически в 10 тысяч человек, которые меня смотрят, которая следует моим советам в уходе за собой, которая интересна меня смотреть, и ради которой я сегодня снимаю видео. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и мы с вами наконец-таки поговорим о косметике. Итак, косметика Миша, у меня три продукта, два из них уход, и один из них декоративный. Начнем с ухода, у меня было два продукта из серии Super Aqua. Один из этих продуктов был новый для меня, и он вообще перевернул мое мнение об уходе, а второй продукт, он просто поразил меня, да нельзя. Начнем, наверное, с тонера. Тонер для меня был продукт новый. Я знала, что такое тоники, это какая-то водичка, я к ним достаточно спорно относилась. Я очень любила тоники в спрее, именно чтобы не заморачиваться. Но вот такого продукта, как тонер, у меня не было никогда. Еще бывает вариант названия софтнер, но версия Миша это активный тонер. Что хочется отметить? Во-первых, марка Миша. Это корейская марка, которая от других корейских марок отличается упаковками. То есть упаковки — это дорогая упаковка, очень красивая. То есть, по сути, вот эта бутылочка, стоящая на вашем туалетном столике, она действительно будет его украшать. То есть это действительно дорогое стекло. Продукт защищен, он не контактирует с окружающей средой, это очень тоже важно. И помимо этого, здесь большие объемы, то есть у меня здесь 150 мл, и средства расходуются мега экономично, потому что я им пользовалась уже всю весну, уже у нас середина июля, у меня осталось еще треть продукта. Экономичный. Также у них потрясающие отдушки. Отдушки уровня люкса. То есть, чтобы вы понимали, это действительно очень приятный аромат, приятные парфюмерные композиции, не заезженные, именно очень интересные, ненавязчивые. Мне, конечно, запахи очень понравились косметики. Что касается тонера, то здесь у нас сделано достаточно тоненькое горлышко, через которое вы добываете продукт. Кому-то, возможно, понравится этот способ. Я к нему нейтрально отнеслась. Мне бы, может быть, было удобнее, если бы здесь стояла бы помпа, и которая выдавала мне нужное количество продукта, но здесь такое горлышко, через которое этот желе, этот гель, я наливаю на руку, если это можно так назвать, потому что на самом деле он очень густой, очень он очень густой, желеобразный, и за счет этого его нужно очень немного,
И, в принципе, никакой проблемы, чтобы взять нужное количество продукта, нет. Но мне, так как я человек достаточно привередливый, мне все-таки нужна была бы, наверное, помпа. Я бы больше обрадовалась. Ну, здесь, в принципе, кому что нравится, это на вкус и цвет. А что касается продукта, я была в шоке. Настолько круто увлажняет кожу, настолько он ее наполняет влагой, делает настолько увлажненной, более напитанной, гладкой и подготавливает к последующему уходу. Я была в шоке от того, что это делает не крем, это делает просто тонер, который призван просто закончить очищение, после этого подготовить кожу к следующему уходу. Этот продукт сам по себе делает очень много для вашей кожи, он очень хорошо насыщает влагой, он очень хорошо увлажняет кожу, кожа расправляется с ним. Безумно крутой продукт, он хорошо работает как с косметикой Миша, также он хорошо работает, у меня сейчас поменялся крем немного, но он тоже прекрасно работает и под любой другой крем. То есть вот этот продукт, это просто бомба, и как только он у меня закончится, я думаю, возьму либо его, либо я возьму из улиточной серии версию, но он безумно крутой, мне просто вот нереально нравится, и я настолько отошла, отвыкла от этих вот жидких тоников, что мне настолько непонятно, что я наношу на лицо, мне не хватает вот этого вот желе, которое очень приятное, очень холодное и сразу увлажняющее, напитывающее влагой кожу. Потрясающая вещь, ее я советую попробовать, если вы до сих пор не пробовали корейские тонеры. Это прям мега крутая вещь. Следующий продукт, который просто спас мою кожу, это питательный крем из серии Super Aqua. Когда я брала его, я достаточно сомневалась, потому что я брала его уже в марте, по-моему, или в апреле, где-то вот так вот, уже, в принципе, был плюс у нас. Я думала, что он будет очень-очень питательный, он будет забивать поры. Но каково было мое удивление, что, во-первых, крем мне не забил поры, а во-вторых, он мою кожу чуть ли не впервые весной привел в порядок. Он вернул нормальный гидролипидный баланс моей кожи. То есть крем вообще нереальный, он потрясающий. Потому что я не могла узнать через неделю свою кожу, потому что кожа была увлажненная, очень гладкая, она не шелушилась, она была нормального ровного цвета. Была абсолютно нормальная кожа. То есть он не забил мне поры, несмотря на то, что это очень жирный крем. Это безумно жирный крем. Но даже вот когда я в первые дни лета еще пользовалась им, набивала его, с моей кожей вообще ничего не случилось. Также хочется отметить здесь большой объем этого крема. Сейчас скажу вам. 47 мл. Мне, кстати, нравится, у корейцев есть такая тема, что они неровно пишут, как в европейских кремах, количество грамм. Здесь также очень красивая баночка сама по себе, также она сделана из стекла, что не может не радовать. Я, конечно, приверженец баночек с помпами, как вы уже поняли, но здесь, конечно, баночка, она очень красивая, и немаловажно, что они прикладывают ложечку к своей баночке, поэтому, в принципе, все вместе это вполне удобоваримо пользоваться данным кремом. Здесь я уже защитную вот эту вот как прослойку или как... В общем, здесь еще есть пластиковая такая штучка, которой мы закрываем крем. Я ее уже отсюда потеряла куда-то, поэтому здесь она еще была. Так, к слову, сам крем, он белого насыщенного цвета, у меня остались тут буквально на донышке остатки, он очень густой, он просто как сливочное масло, но, как взбитое сливочное масло, но он настолько хорошо впитывается в кожу, он настолько хорошо ее напитывает, единственное, что перед макияжем я бы советовала все-таки кожу промакивать. Вот прям перед макияжем, потому что он оставляет, конечно, после себя ощущение, что вы что-то нанесли на лицо. И перед макияжем я старалась промакивать салфеткой. Но то, насколько он питал мою кожу, насколько он ее восстанавливал, насколько он вернул ее к нормальному состоянию, то есть действительно у меня кожа очень обезвожена, особенно она страдает в осенне-зимний период, весенний. Вот весна это просто апогей моих страданий, потому что моя кожа настолько замучена, измучена, вся как бумага сухая, при этом она не принимает никакой крем. Вот очень редко какие
кремы, она готова в себя впитывать. А так она сухая, как бумага, как пергамент, очень шелушится, непонятного цвета становится, и вообще очень проблемная и неприятная, раздраженная. А этот крем просто подарил мне на такой комфорт, такое увлажнение, питание. Он просто реанимировал мою кожу после долгой зимы. А продукт однозначно крутой, классный, мне безумно он понравился. И, наверное, у кого действительно такая же проблемная кожа, как у меня, безвоженная кожа, очень вам советую попробовать этот крем на осень, на весну, на зиму. Я думаю, что он очень многим девушкам подойдет. И последний продукт на сегодня – это кушон. Я достаточно такой ленивый бьюти-блогер, и к новинкам я настороженно отношусь. И как раз-таки вот этой весной все-таки попал мне в руки кушон, я решила попробовать, что это такое. В моем случае это Миша Signature Essence Cushion. У меня версия с интенсивным покрытием в 23-м оттенке, то есть это более темный оттенок. Сразу скажу, что мне на мою кожу еще не загорелую было вообще идеально. Я думаю, что белоснежкам все-таки нужно брать будет первый оттенок, а девчонкам с нормальным средним таким оттенком кожи в 23-й подойдет идеально. Очень крутая, очень красивая упаковка. То есть вот здесь вот эта часть, она такая прям вся жемчужная, переливается, очень круто смотрится. Упаковка действительно добротная, качественная, то есть это не масс-маркет явно. Здесь у нас есть зеркальце, которое у меня до сих пор заклеено. Я так и не поняла, как с него снимать вот эту защитную пленку. Но так или иначе, здесь у нас вот эта губочка. Сразу скажу, что губочка при использовании, вот эта белая часть, она будет пачкаться, потому что у меня как-то получалось так, что пальчики, они как-то вот с этой стороны разносят на ту сторону продукт. Сам продукт здесь закрыт, вот она губочка. Сейчас, наверное, на камере это выглядит жутко рыжим пятном, но так или иначе оттенок мне на незагорелую кожу подходил идеально. Оттенок классный. Что мне понравилось в кушоне? Продукт увлажняющий, то есть он дарит действительно комфорт коже, он очень хорошо на весну мне пошел. Сразу скажу, что продукт явно не для жирной кожи и, возможно, даже не для всех девчонок подойдет с комбинированной кожей, потому что девчонки, у которых кожа сама по себе достаточно жирная, они любят матовый эффект. Здесь он дает очень влажный эффект. Вот кому это нравится, то есть... Я человек, в принципе, который имеет проблемы с кожей, как раз-таки, что она очень сухая, очень безвоженная, с нездоровым оттенком. Мне больше нравится, когда моя кожа сияющая, влажная, чтобы у нее был ровный тон. И этот продукт мне дает, конечно, этот эффект. Также мне нравится, что он дает комфорт. Я, в принципе, уже неоднократно говорила на своем канале, пусть мое лицо будет жирное, как блин, но мне будет комфортно. И как раз-таки этот тональный крем, тональный продукт, он дает вот увлажнение, комфорт кожи, при этом вот этот влажный финиш, кожа чувствует себя прекрасно, если вам нравится финиш именно влажный, то продукт вам подойдет. С точки зрения выравнивания кожи, вот сам оттенок, оно, конечно, выровняет. Кушон справляется с этим. Если у вас какие-то воспаления на лице, особенно такие прям... в самом расцвете сил, я не думаю, что это вам поможет, потому что покрытие очень слабое. То есть, действительно, вот выровнять общий тон лица, да, а какие-то конкретные локальные воспаления очень сильно оно вообще не закроет. Вердикт. Если вы любите, цените комфорт своей кожи, вам нравятся именно увлажняющие продукты, если вам нравится влажный финиш, да, стоит попробовать этот продукт. Если, к сожалению, или к счастью, вы обладатель более жирного типа кожи, нежели чем у меня, то, скорее всего, продукт вам не подойдет. Но я бы, наверное, девчонкам с сухой, с раздраженной кожей посоветовала бы попробовать. Но самое главное, чтобы у вас не было очень серьезных воспалений на лице. И это все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Что касается марки Миша, я в восторге. И я думаю, что мой следующий уход, который я буду брать, это будет тоже марка Миша. Я очень хочу попробовать их улиточную серию, потому что... Я очень хочу ее попробовать, потому что много отзывов о ней очень хороших. И у меня пока не было большого количества продуктов именно с улиточной слизью. Я бы хотела бы попробовать. Если вы пробовали марку Миша, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие продукты вы советуете еще протестировать.
Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь, в принципе, к корейскому уходу, что вам нравится, что вам не нравится, что вы пробовали, может быть, какие-то другие марки. И это все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, видео вам понравилось, надеюсь, оно будет информативным, полезным. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, я буду безумно рада и счастлива, если у меня появятся новые подписчики. Также обязательно подписывайтесь на меня в Instagram, там вы можете немного узнать обо мне не только как о бьюти-блогере, а также как о человеке, чем я занимаюсь, чем я живу каждый день. Это все, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Всех вас люблю, целую, спасибо, что вы есть у меня, и пока-пока!